перед тем, как вы начнете смотреть мой видосик, хочу объявить то, что, скорее всего, я на этой неделе буду выпускать много видео без остановок, каждый день, но это пока еще не точно. У меня начались каникулы, так что я постараюсь заполнить роликами свой канал. Ну и всем привет, с вами Мегабой, и сегодня мы посмотрим третий журнальчик за 2019 год по Миндзюге. Погнали! Ну и пока вы смотрите журнальчик, я вам расскажу о нем и о Heavy Metal. Heavy Metal — это правая рука Стального Барона, или Железного Барона. В 9 сезоне она помогла ниндзя найти золотую броню дракона и попасть ниндзям в Ниндзяго Сити. Вот. Следующая игрушка журнала будет как раз таки Железный Барон. Вот. Ну и посмотрев журнальчик, давайте вскроем мини-фигурку. На этот раз у нас в качестве мини-фигурки это Heavy Metal. Вот. По-моему, если я не ошибаюсь, по 9 сезону. Вот. Давайте ее вскрывать. Погнали. Ну и давайте же рассмотрим принты Heavy Metal. Они, в принципе, ничем не отличаются, как у остальных охотников на драконов. Но все равно у Heavy Metal есть собственная прическа, есть собственное лицо. По-моему, торсик и тело, они не новые, как и наплечники. Вот. Сейчас давайте посмотрим на ее клещи, которыми она хватает драконов. Ну, клещи нормальные, да. Все. Ну и вот мы посмотрели на журнальчик и на мини-фигурку. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока!